я здоровый, нормальный человек. Я успеваю за отведенные мне 16 секунд, который горит светофор, перейти с этого, с этой стороны, на эту. И снова стою, жду почти 50 секунд. Далее светофор загорается снова на 16 секунд, и человек успевает перейти до следующего светофора. Вот они. Мы идем. 11, 10, 9, 8, 7. Ну, шансов нет ни одного. И опять 55 секунд ждем. Идем дальше. И опять останавливаемся и ждем. Внимание, вопрос. Можно как-то настроить работу светофора, чтобы человек хотя бы теоретически имел шанс перейти эту дорогу за два раза, а? Ну, хоть чуть-чуть, там, не 16 секунд, а, скажем, 30. Ну, это же издевательство просто. Люди идут на красный постоянно. Трагедии ждем? Или что еще надо-то нам? Хотя о чем я?